Здравствуйте, это канал Максимат. За сегодня день космонавтики 2024 года и Angry Bird Space. У нас один непройденный эпизод еще остался в этой игре. Ну как один непройденный? Два непройденных, но Brass Hawks я, наверное, пройду как-нибудь позже. Наверное, я взломанную версию буду скачивать потом, которая будет открыта все уровни, потому что выполнять вот эти задания, это я не знаю, сколько лет надо. Почему лет? Потому что я не готов ради этого каждый день заходить в игру и что-то делать в ней. Ну и там плюс еще будет Solar System, или как там называется. Ну, в Android-версии она есть. Может быть, через Nox поиграем. А сегодня Danger Zone эпизод у нас будет. И тут, к сожалению, немного с текстурками проблемы, но тем не менее. Вообще, этот эпизод является бонусным. И представляет из себя вот такое вот немного странное место, где, короче, типа бомб много таких вот. И все такое красное тут. Надо как-то... Первый уровень уже довольно-таки непростой. А вот сейчас полегче будет, наверное. Отлично, вот прошли первый уровень. Так, второй уровень, что у нас здесь? Так, ну из... из второго эпизода... Ледышечка у нас тут. А, он взорвется сейчас. Блин, жаль. Один свин остался, сейчас мы его добьем. Ой, вернее, не добьем, а придется заново начинать. Уже потом добьем. Оговорился немного. Блин, вот это не очень хороший удар был. Так, если этот упадет, то будет хорошо. Отлично. Этот эпизод Danger Zone ничего особо прикольного не представляет из себя. У него, в принципе, сюжета нету как такового. А в заставках там чисто картинку свиней сначала показывают, потом картинку птиц, это в конце. Но локация довольно-таки красивая, прикольная. Но при этом она и... Но при этом и непонятная. О, достижение какое-то. О, хороший удар. На это, видимо, и было рассчитано. Никаких золотых яиц, экстероидов нету на этом, в этом эпизоде. Поэтому про них можем даже и не думать. Спокойненько. А, ну и сейчас они все сдохнут просто. Хотя нет, может и не сдохнут. Не так-то просто. Заморозить-то заморозит, а вот уничтожить фиг наны. Так, ну этот может еще сдохнуть, а тот фиг знает.
Сложно, что-то сложно. В принципе, тут поврежденные все. Могли бы и это подохнуть. Ну сейчас. О! Отлично. Так, динамит. Ну что ты будешь делать? Как этот снег-то не разломался? С этой стороны надо, наверное, попробовать стрелять. Все нормально, все нормально. Так, ну и вот, если попадешь, то будет. Отлично. Отлично, все отлично. Попали. Но это довольно-таки несложно было. В принципе. Так. Дальше что? Силёнок не хватит у него столкнуть этот дом. У них... Если вот так действовать, то что-то, может быть, и срастется. Ну да. Так оно и есть. Во! Во! Замечательно, надо было сразу так делать. Также в этом эпизоде нет босса и, по-моему, даже короля свиней нету здесь, на этом, в этом эпизоде. Самый обычный эпизод, в котором нету ничего... примечательного, кроме локаций, разве что. Он даже нумерации не имеет, он обозначается буковкой D. А так уровней всего 30, так же, как и... в большинстве эпизодов. О! По рикошету. Вот по рикошету это классно. Да ёшкин кот, а. Немножко не туда. Блин. Хорошо. Тут по цепной реакции должно срабатывать. Так, теперь надо попасть вон туда. Я попал, естественно, нормально. Довольно-таки несложно это было тоже за этим уровнем. Хоть на одну звезду. В принципе, меня не волнует, насколько звезд мы что пройдем. Главное пройти.
Эх, жаль. А может быть это? Лампочку ту надо уничтожить, чтобы динамит взорвался. Сейчас попробуем. Нет. Это в заблуждение ввести пытались просто. Ого, что-то тут много динамитов и камней. Сейчас проверим, как они работают. Сейчас все будут. Тут рассчитать четко надо. К примеру, вот так. Как сейчас это было. Так. Теперь. Один остался, зараза. Ну ничего, сейчас. Хорошо. Динамит, жаль, не бабанул, но тем не менее. Может, с обратной стороны стрельнуть? Не, так не пойдет. Чуть-чуть бы и бомбануло бы сейчас. Хорошо. Так, а тут все на снежинках держится, что ли? Надо как-то вот так стрелять. Ну тут я не знаю, как по-другому действовать, кроме как. А, все, отлично. Уже можно так не действовать. Я думал сначала туда, потом вот так вот. А уже зеленый Терренс облегчил задачу нам. Немножко.
Вот глубоко запрятался, не добраться так просто. Может быть, туда стрельнуть? Нет, так не помогает. Может чуть-чуть повыше? А чуть-чуть повыше можно, наверное. О, хорош. Какой уровень уже? 17-й. Большую часть прошли. Ой, так. И в принципе идет, в принципе, все довольно-таки налегке все идет. Не было еще таких уровнях, из-за которых бы пришлось паузу ставить со своей сложности и времени, которое бы мы потратили на его прохождение. Чуть надо почетче туда попасть. Блин, я думал, что взрывную волну это тоже снесет, но нет. Замуровался, зараза. Я сейчас... Сложно попасть так, чтобы одновременно со всеми. Не, так. Это взрывать именно надо. Верхние, я думаю, надо взрывать. А, и камушек сейчас взорвет вот это. И один падла все же остался вот здесь висеть, помимо вот этого. И мы по нему из-за этого мы не попали сейчас. Ну ничего, сейчас так же сделаем. А, нет, слишком далеко. Камушек этот оттолкнулся и... Теперь наоборот. Слабовато. Недолет. Господи ты, боже мой, а.
Вот замуровывается так, что потом ничего с ним не сделаешь, блин. Вот теперь мы дошли до, наконец, до того уровня, на котором реально сложно. А что ж такое? О, может вот это более расчетливый удар. А хотя он же все равно не докатится до стекла этого. Ну попаду я вот в этого. Как мне это поможет-то? Я только в одного попасть смогу. Это вот в этого. В этого-то как я попаду? Никак. Нет, тоже не вариант так делать. Ну тут не расчетности нету так, как таковой, чтобы я так стрелял. Расчет явно был на то, что Тернсон должны быть уничтожены все, включая этого, но не получается так сделать никаким образом. Ну сейчас он опять остановится.
Он подыхать не хочет, он просто замуровывается там. Но вот это место, это только один вариант, взрывать именно, нет других вариантов. Только взрывом можно сразу обоих уничтожить. Других вариантов нет просто, никаких. Сложный какой-то совсем уровень. Я, конечно, могу сейчас попасть этого и убить, но этот-то остается. Может, расчет был на то, что одна из пластин этих улетит и убьет вот этого, но этого сейчас не произошло. Может, сейчас попадет. О, есть! О, блин, какой сложный уровень был, а? А, и достижение 250 звезд. И то у меня. Поскольку я обновил версию игры, у меня тут заново весь прогресс пошел. Я более первые уровни не проходил, не перепроходил. Поэтому тут на самом-то деле звезд у меня гораздо больше заработано. В несколько раз больше. Да что такое? Опять сложный уровень. Вот эти перегородки просто всю малину портят. Может, вот так попробовать? Сто птиц запущенных, что ли? Или чего? Я не понял. Мне кажется, уж больше 100 птиц запущено. Это что-то другое, мне кажется. Я не смогу двоих сразу. Ой.
Ну, я не мог попасть с такого расстояния туда. Вот опять то же самое. Я не попаду с такого расстояния. О, хорош. Сколько уровней? А, это 20-й. Осталось 10. А, блин, я не заметил камушек здесь. Нет, может, вот так. Вот жаль, нечему падать туда. Окей. Так. Блин, вот сюда попадает, это как-то не точно. Одногруппники что-то пишут.
Это надо ниже чуть-чуть. Не попасть оттуда никак. И тут как-то тоже не рассчитано. Опять сложный уровень, я смотрю, что-то пошел тут. Ну, один остался же. А, вот как оно должно было работать. Понятно, сейчас попробуем еще раз. Но этот остается все равно. До него так просто не доберешься. Вот этот кусок говна остается, это усложняет немного дело. Может, вот так попробовать? Нет, все равно попадает в одно место, туда. Тогда в динамит в тот не попадает. Ну, тоже как-то рассчитывать тут по-особенному надо. О, попал вроде туда, куда более-менее нужно. Окей. Так, тут надо тоже расчетно как-то выстрелить. А, он сюда, она сюда сейчас полетит. Нет, она не полетит сюда. Тут надо как-то очень аккуратно стрелять, как-то вот так, например. Ну тут надо как-то вообще рассчитать прям грамотно стрельбу.
сейчас взорвется и все. Окей. 25-й. Окей, неплохо. А, я уже забыл, какой птицы стреляю. Так просто все, блин, тоже. Хорош. О, а тут по цепной реакции уже идет. Ну, тут как-то тоже сложновато немного. Может быть, надо в динамит попасть. А хотя... А, стоп, как я в динамит попаду? Наверное, только убирать вот эти камни как-то, если. Только так, разве что. Что ж такое, а? Сложно, что-то тут сложно прям сделали тоже.
Так, предпоследний. Давай, 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 во. Может, там как туда стрелять. Ну, я не знаю, как по-другому попасть в динамит. Но она вообще вылетела. Как тремя птицами все это уничтожить, я не понимаю. Камни эти не особо-то помогают. А ну вот один остался, правда, вряд ли он сейчас сдохнет. А, сдохнет, сдохнет. Отлично, все-таки прошли уровень. И последний уровень. Конечно же, босса я, как уже говорил, нету здесь. Но есть какая-то странная шняга вот такая вот. Которую сейчас мы взорвем. А, не так-то просто будет. Замуровались тоже. Блин, кусок говна помешал сверху. Этот не сдох.
такое. Да блин! Все, прошли этот эпизод наконец-то. Такой вот эпизод Danger Zone был сегодня. Довольно-таки сложный, довольно-таки скучноватый, но локация интересная. Я, короче, на этом Angry Birds Space у нас, я думаю, не закончится. Нам... Думаю, в Nox версии для Android через Nox мы пройдем эпизод Brass Hawks и эпизод Solar System, которого нет в ПК-версии, но он есть там. Спасибо за просмотр, ссылка курс, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стрим, влоговый канал, с вами Руба ВКонтакте, и всем пока.